Всем привет! И сегодня у нас на обзоре вот такая вот вкусняшка, какая-то опять японская. Вот. И что я хочу... Я думаю, то, что тут будет леденец в виде вот такого вот Hello Kitty, потому что это выглядит очень мило. И он будет 100% с какой-то посыпкой, потому что тут и звук есть, вот такой шипящий. Что же, давайте открывать. Только тут проблемка, тут, видимо, нету перфорации, чтобы его открыть. А, есть, есть, есть. Так. Ну, на ощупь там был чупа-чупс квадрат. Да, блин. Перфорация есть, но открывать, видимо, придется ножницами. Я сделала надрез и открываем припас. Надеюсь, я ничего не... Сначала давайте посмотрим его. Сейчас. Вот так вот. Я пока что не вижу, что там. Посмотрите! Божечки! Я купила это за рублей 40 в пивном магазинчике, да. Потому что там есть вкусняшки. Спасибо. Потому что там есть вот такие вкусняшки. Посмотрите, два милейших чупа-чупса. Божечки, они такие милые. Вообще, я не особо понимаю на китайском, но это очень мило и круто. Подарки парочкам. Вот. И такое. И еще здесь посыпки, видимо, которые взрывающиеся штучки. И они какие-то фруктовые. Здесь вообще нет никаких обозначений, какого они будут вкуса. Пробовать, как всегда, будем в следующем видео. Или... Вообще не хочу пробовать, потому что это очень мило. Короче, если решусь пробовать, я запишу видео. Но на самом деле это очень мило, и не хочу пробовать. Это слишком милота какая-то.